На озере в Сантьяго соревнуются драконьи лодки. Но эти гонки необычные. В них участвуют только женщины. И все они перенесли рак молочной железы. Гребля помогает им поддерживать физическую форму, а кроме того, находить друзей. Мы проводим фестиваль лодок драконов, на который съезжаются гребцы со всей страны, от Каламы до Пуэнто-Аренас. В этом году в соревнованиях участвуют 130 женщин, которые сформировали 12 команд. Длина дистанции – 200 метров. Гребля помогает нам восстановиться не только физически, но и эмоционально, поскольку можно радоваться жизни и двигаться вперед как команда. Мы поддерживаем друг друга, а не переживаем проблему рака в одиночестве. Гонки на лодках-драконах для женщин, переживших рак груди – международное движение. Его вдохновителем стал канадский специалист по спортивной медицине Дональд Маккензи. По его мнению, интенсивная работа рук помогает предотвратить застой лимфы и избежать отека в верхней части тела. Состязания на драконьих лодках – популярная традиция в Азии. В Китае их проводят уже 2500 лет.